Здравствуйте, друзья! Вы знаете, что истории наших студентов и тех людей, кто наш канал смотрит, эти истории вдохновляют блогеров. Иногда бывает, вот знаете, как говорится, вот ко мне сегодня муза приходила, немного посидела и ушла. Вот пока она сидела тут у меня, значит, я песенку написал, которую мне больше и показать-то некому, вот кроме как вам. Ну, естественно, я пока ее буду без инструментов, без музыкального сопровождения, что называется, акапелла. Это история женщины простой, поэтому она такая, вы поймете по стилю, так сказать, что женщина простая. Вот такая вот ситуация, где родилась, не пригодилась, навалилась иммиграция, в иммиграции я заблудилась, непутевая, у портного я, да на тестера обучилась, жизнь новая, масть бубновая, предо мной в одночасье открылась. В Майкрософте я, и в Фейсбуке я, и от Гугла мне отломилась. Жизнь клевая, у портного я, софт тестировать научилась. Номер выигрышный, облигация, и в итоге все получилось. Удалась моя иммиграция, в Калифорнии я пригодилась. Вот, собственно, и вся песенка. Счастливо!